Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня снова серичка. Я сразу, если что, снимаю после той серии, которая вышла перед этой. Почему, можете узнать в той серии. Ну ладно, если вы не хотите смотреть ту серию, то послушайте тогда меня. У друга был день рождения, как бы я об этом писал в своей группе ВКонтакте. И я не снимал, получается, целый день я ничего не снимал. И теперь мне нужно, так сказать, догнать то, что я потерял, потому что у меня сбился график, и поэтому я сразу записываю видео, и из-за того, что у меня сейчас очень сильно болит горло и насморк, я лучше запишу наперед пару серий, чтобы, если я уже конкретно заболею, вам было что смотреть. Поэтому поставьте лайки, ну и погнали. Ну что ж, сейчас, я думаю, поедем. Да, пацаны, я все-таки решил поставить гидравлику на эту машину. Можете писать все, что угодно, но это мое решение. Я хочу поездить с гидравликой. Потому что, ну, с одной стороны, да, типа, это колхоз, это бред и так далее. Но, не знаю, мне нравится гидравлика. Не на всех машинах, но если на джип ставить гидравлику, это нормально. Если ставить на Феррари гидравлику, понятное дело, это полная дичь. Ну, типа, я не смогу ее потом продать, потому что гидравлику все не любят. Ну, не все, а многие. Ну, если что, я накоплю с помощью ПД, потому что у меня Diamond випка, и потом уберу гидравлику. Там не помню, сколько ее стоит убрать. Давайте, кстати, я посмотрю. Вот, убрать гидравлику стоит всего лишь 50 азы коинсов. А у меня сейчас 2 азы коинса, поэтому я спокойно, если я захочу, я спокойно смогу накопить, либо задонить 50 рублей просто. Даже не 50, вам меньше надо задонить. И сниму спокойно эту гидравлику, поэтому в этом ничего нету. Просто немножко поэкспериментируем, посмотрим, будет ли у него лучше проходимость. Я до этого на нем не ездил по оффроуду там и не пытался нигде. Но так он как машина, она валит довольно хорошо, как джип. Я вам даже так скажу. Блин, я не знаю, можно красный еще ездить или нет. Так, давайте спросим, дружище, дружище, ты работаешь в СТО? Давайте его спросим. Наверное, работает в СТО, да? Завел двигатель. Ну, может, ты не ответишь? Давай, блин, дружище, ответь мне. Нет, я новичок. Ладно, давай, тогда удачи тебе. Крепись. Блин, а можно на красный ездить? Я просто не знаю, по-моему, можно до 8, да? Ладно, надеюсь, меня не посадят сейчас, потому что это будет полная жесть. Так, давайте как-то, блять, проедем. Сразу видно, что новичок, блять, въебался мне в жопу просто. А что, не проедет? А, вот, проехал, заебись. Все, давайте проезжаем в СТО. Так, есть механики. Надеюсь, что есть. Что, нету механиков? Серьезно, блять? Да ну нахер, нету. Блин, серьезно, да? Ну такой себе, блин. Я хотел гидравлик поставить. Сколько гидравлик, кстати, стоит? Давайте глянем. Так, она стоит, а я не ремонт, на нитро. 120 тысяч, то есть гидравлика, ну, не так уж и много. Поэтому мы ее поставим, я думаю, может, даже в этой серии. Сейчас заодно поедем просто бизнес, чекнем этот магазин садоводства. Ну, скорее всего, блять, он тоже 6 лямов стоит. Потому что такие бизнесы дорогие. Ну ладно, все, поехали в банк, чекнем, где он находится, во-первых. Во-вторых, потом поедем, посмотрим его госцену, и потом зайдем в стол, посмотрим, может, какой-то механик появится и поставит нам гидравлик. Бля, как же трудно разговаривать, пацаны, горло просто так болит, просто разрывается из-за того, что я еще разговаривал. Ладно, если бы я просто там, ну, чаек пил, ну, и не разговаривал. А так я разговариваю на протяжении, блин, ну, мне еще надо 2 серии как минимум снять, поэтому, сами понимаете, блин, жестко. Поэтому поддержите меня лайк. Я что, свой пароль спалил? А, нет, не палил я пароль. А, так, бизнесы, которые скоро слетят. Отлично, все, давайте посмотрим. Вот, магазин садоводства. Амунация у него годка просто 6 миллионов, у меня таких денег нету. Я бы мог что-то продать, но не хочу, поэтому да. Блин, сейчас машина пропадет. Так, быстренько выбегаем, нахрен. Быстрее. Бля, хорошо, что я здесь припарковал. Так, давай. Открывайся, блядь. Все, заебись, надеюсь, она не пропадет. Так, оп, все. Блин, вот это, конечно, меня немного подбешивает, то, что, типа, каждый там 20 минут или 10 минут, типа, респавн машин. Но, с другой стороны, это классно из-за того, что машины, блядь, не валяются, где попало. Ну и что он делает, блин? Он берет скутер, толкает мою машину. Ладно, похер, все. Вроде бы респавн сделали, поэтому погнали, чекнем бизнес. Блядь, извините, что я ною, пацаны, но так, блядь, очень трудно разговаривать, я вам скажу. Так, бин. Окей, сейчас вводим команду, ID 136. Так, все, я отметил на карте, выходим и чекаем. Где же он, блин, находится? Так, давай, где ты находишься, блядь? Наверное, блядь, в этого, да? Блядь, он прям возле меня находится, блин, у него, по-моему, блин, большая. Блин, это прям где мой дом рядом. Твою дивизию, вот это уже интересно. Так, погнали. Так, мне нужна гидравлика, сейчас давайте, может, я пострю там в 100. Объявки не работают, так понял, да? Так, лок, один. Да, блин, твою дивизию, открывай. Так, мне кажется, чувак хочет на стачку пиздануть. А не хочет. Ладно, все, поехали. Блин, еще возле моего дома. Блин, я так его хочу словить, но по-любому сейчас там госка. Ебать просто. Так, тут никого нету. Блин, ну ладно, давайте съездим туда, чекнем. И потом я попозже приеду назад и поставим все-таки гидравлику в этой серии. Я надеюсь.
Так, Shovel Payday, это означает, что через 5 часов, 5 Payday, слетит бизнес. Блин, надеюсь, там Оскар хоть маленький. Ну, пожалуйста, блин, такой шанс. Конечно, да, блядь, я его не словлю, потому что, блядь, его будут ноги ловить. Это у нас получается через 5 часов. То есть, 12 часов дня он будет слетать. Блядь, в 12 часов дня уже серию фуловый, блядь. Это там столько будет людей, это пиздец. Бля, ну, можно будет заснять эту тему. Ладно, посмотрим, блин. Даже если мне не хватит денег, возможно, чисто зайду, чтобы записать, какой там будет пиздец происходить, потому что я все равно рядом живу, поэтому можно будет записать. Посмотрим, какая там будет дичь происходить, но мне все равно интересно посмотреть, какая там госка, но, скорее всего, госка там 6 миллионов, как минимум. Ну, может, 4. Я не смогу найти за 5 часов такие деньги, ну, разве что-то продать. Порш стоит дешево, Беху я не продам, хотя она стоит около 20 миллионов, вроде бы как. Маврик тоже я не продам. Бля, ну, Бугатти тоже жалко продавать, ну, хотя ее особо никто не купит, потому что она в автосалоне сидит. Поэтому не знаю, либо может у кого-то взаймы взять. Просто не факт, что я его ставлю, не знаю, пацаны, блин. И скорее всего, эта серия выйдет после того, как я уже сниму. Нет, стоп. То есть, когда вы смотрите эту серию, я уже, наверное, записал серию, как я его пытался словить. Либо еще что-то. Ну, короче, вы поняли. Ну что, вот этот бизнес, короче, блин, да, какой же он классный, из-за того, что он рядом возле моего дома, понимаете? Тем более, это магазин садоводства, здесь все дома рыбаков, поэтому, блин, здесь, я думаю, прибыльно. Блять, 6 миллионов, ну почему, блять? Просто 6 миллионов, пацаны, понимаете? Блин, это мне нужно, получается, 4,6, да? Ну да, получается, 4,6 мне нужно. Блять, а где я их нарисую? Ну ладно, давайте рыбку и посадим заодно. Так, рыба, сом, давайте 5 штук купим. Ага, нету места, окей. Давайте-то 3 штуки попробуем купить. Так, сомика, 3 штучки, спасибо. Так, давайте еще черепашек 5 штук попробуем купить. О, все, заебись. Погнали, посадим их и поедем обратно в южный, блять. Туда-сюда мотаемся, ну, мотаюсь я, в принципе, вы просто смотрите. Поэтому вот такие вот делишки. Ну, блин, у меня нету денег. Если бы у меня хотя бы деньги были, я бы, может быть, попробовал словить. Но, повторюсь, я, может быть, зайду чисто посмотреть, как его будут ловить. Потому что я думаю, на этот бизнес много руку свою положит, так сказать. Так, все, я посадил одного сома и трех черепах. Блин, конечно, это будет 1100, ну ладно, все же, деньги как бы. Ну, короче, доход какой-то есть, да. Блин, я очень не хочу продавать, хотя, мне кажется, скоро я это сделаю, потому что он каждый день падает в цене, и меня это реально бесит. Их продают там по 13 миллионов уже, и я свой покупал, по-моему, за 20 покупал, либо за 30, точно не помню. Вроде за 30 я его купил, да, вроде за 30 я его купил, а их продают, понимаете, по 13 миллионов. Ну, это пиздец, господа. Опачки, тапочки. Так, о, ты мне как раз и нужен. Поставь мне гидравлику. Все, давайте, блин, наконец-то просто. Все, лучший двигатель, блин, поставь мне гидравлику, братишка, просто. 120 тысяч, похер, пацаны. Все равно уже бизнес мы не словим, потому что, блядь, мне не хватает до хрена бабок. Поэтому так, вот. Ебать, она опустилась, ебучий случай. Блядь, а че она так опустилась жестко? Блядь, такого же не было, я что-то первый раз такой вижу. Что за, блядь, бапан, смотрите. Че, блядь? Не, вы серьезно сейчас, да? Блядь, ебо я дурак, блядь. Чё за прикол? Чё за бэпан, блядь? Порш бэпан, блядь, джип. Ебучий случай, блядь. Я не знаю, зря я, наверное, это сделал, но чё-то он, блядь, прям очень лёг. Прям пиздец, как лёг. Чё за бэпан, блин? Твою дивизию. Бля, пацаны, это жестко, блин. Я вот прям вижу, как она просела. Просто видите, блядь. Я что на приоре еду на заниженной, понимаете? Это прям жестко. Бля, что-то не то, мне кажется, пацаны. Это нормально? Блин, я никогда не видел, чтобы машина от гидравлики так очень низко проседала. Ну, это жестко, блин. Походу, это не джип. Заменка. Ну, типа, стандартная машинка, походу, это не джип. А ну какое тут ID? Не, это джип, кстати. Бля, я хуй знает. Оно. Ебаный в рот. Что я сделал, пацаны, блядь. Бля, меня вы, наверное, просто обосрете в комментариях за то, что я использую машину. Не, ну пацаны, чё, нормально, бэпанчик, Порш бэпан, я думаю, нормально, чё. Прям по грунтовочке будем ездить, блядь, какой же он заниженный просто, блядь. Ладно, я пока поезжу так, пацаны, а потом, если всё-таки надоест мне, либо, блядь, не знаю, я ещё не особо понял, нормально наедется эта гидравлика или нет, но она просаживается пиздец как-то. Она и поднимается как-то, и просаживается. Это прям жестко, пацаны, поэтому, я думаю, ставьте лайки, как бы, это, если что, можно будет убрать, тем более, это моя машина, не ваша, поэтому вы не должны переживать. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.